Саксона Т-105 – британский бронетранспортер из далеких 70-х прошлого века. Его дизайн очень брутальный даже для британских вооруженных сил. Саксон – это недорогой бронетранспортер, построенный с колесной формулой 4×4. В основе этого транспортного средства – бронированный грузовик для бездорожья. Броня может защитить пассажиров от выстрела в упор бронебойными калибра 7,62 мм или от осколков 155-мм артиллерийского снаряда. К основе грузовика приварили V-образную листовую сталь под днищем, чтобы противостоять взрывам малой силы. Два члена экипажа с двумя пассажирами сидят в кабине, и до 10 пассажиров могут сидеть в заднем отделении на скамье. Водитель управляет транспортным средством с помощью обычного автомобильного руля и механической передачи. Выход из броневика возможен через крышу или через пару больших дверей в задней части машины.